тобой, Ешка. Колечко же буе, друган, ты чё? Не-не, сила гнили, оно не бояшное было. При получении. Блять, я не могу понять, какое колечко. Я только одно кольцо есть. Это хладное, это око ребра, блять. А сила гнили, смеломорда как... вообще падает, сила гнили. Ну я про это и говорю, а я еще не ролил другое. Чего, а, все, 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 окей, окей. Я только одно ребро разролил. Сорян. Это кто уж ушел куда? Сосай. Ну ладно, пошлите. Уже не будем никому когда вешать. Я думаю, с двумя мы еще справимся. Колбу никто не прожимает, пожалуйста. Вот эту. Не подходите к ней. Я сейчас вверх поднимусь вместе с танками. Метки расставлю, и все, весь рейд здесь внизу стоит. Бьют только метки. Все в одну кучу, пожалуйста. Сейчас я поставлю на кого-нибудь. Вот на кота метку звезду. В кота все встали, вообще весь рейд. И бьем трэш просто в одном фрейме стоя. Справа начинаем агрить, ребят. Че, агрить можно, да? Нет, нельзя, я еще метки не расставил, погодь. Сначала объем тактиков, вот череп, смотри. Ну я надеюсь, мы не всех заагрим, да? Остальных контролем, палы там, этот, омрачительный совет. Чего я не слышу тебя? Плести шакл, вон, шакл. Да, там, да, шакл можно, ну, контроли раздадите. Все, давай, агри, тактика первого, и вниз тяни к рейду. Встаньте все в один фрейм. Чтобы он не прыгал по... Хантам тоже? Нет, ханты могут так стоять. Вы дамажить же не будете. Но ханты не дамажат. Разбейте колбу один раз. Все, дайте контроли лишним тел, пока в череп влились. Я слышу, нет, это он на звук что-то обидел. Добивайте, пойду метки пока поставлю. И это приста бэрните. Не бэрните, а ресните потом. Так, сначала череп, потом крест, потом трусы вливаемся. Также во фрейм один встаньте, пожалуйста. Только поближе сюда, подойди вот сюда, куда кот. Звезда. Ага, чтобы далеко не стоять, идите сюда. Вот он, череп уже, гасите. Остальных контроль, пожалуйста. Масс фиры дайте, шаков.
Бьем, бьем, бьем. Тактика. В череп сначала вливаем. В кучу, ребят. Постарайтесь в кучу. Не стойте на месте. РДД вас касается. Чтобы он прыгал не на большие расстояния. Тафик, у тебя же есть тот танк, ах нахуя ты в это, во фрост-стойке сможешь же удержать под этими, под сферами или... Хочешь ты танк? Да конечно, зачем мозги ебать? Ну я бы постоянно килисе тебя мишка на двоих. Ну ладно, давай так пробнем. Блять, там буешки нигде не выпали, я опять забыл лут. Ой, тупорылый, блядь. Вроде нигде. Так, по луту, что там осталось? 36 минут. Ну давайте этого ебанем. Потом раз. Добивайте, пока метки кину. Все, поднимаемся, наверху будем бить. Лок, слышишь меня? На сферах посидишь вместе с контактом. Так, погоди, я тактика помечу хоть. Первого тактика бьем. Кучнее, кучнее, ребят. Ставлю рыбу тотема, фул рыба делаем. Так, Мишка, смотри. Танчишь, короче, вот они, получается, у нас идет Валанар, Талдаран, и по центру от них этот край, видишь, ебаный, туда в угол забежишь, и там их танчи. Ну, я понял, что понятно. Лишь бы, чтобы тебе было понятно. А ДК тогда свободно уже. Келесета заберет куда-нибудь туда. Сильно к воротам только не уходи, чтобы трэш, который там ходит, не сагрит. Хорошо, ДК? ДК, слышишь меня? Смотрите, ханты, на вас эти сверки будут. Если над боссом они идут, тот же Элем пусть цепнухой пиздош, это нормально будет. Тоже поднимать будет. Ну, демон основные, основные, короче, в основном сидишь ты на них. Тебе ханты просто помогать будут.
Так, смотрите, он сейчас Талдорама сагрит. Он сейчас Талдорама сагрит. На пульте, пожалуйста, ханты, роги, Валанара на мишку. И постарайтесь первые секунды хотя бы точечно побить в ту цель, которая активно будет, чтобы не сагрить второе тело. Пусть он агро по чуть-чуть наберет. Как только он поставит к стене, там в зависимости, кто будет активен, Геру дадим. Слушай, Рэл, а ты рассказывал уже про сферы тактики? Про сферы? Ну, я сказал, кто на сферах сидит, а что про них рассказывать? Нет, просто я уже там не помню, что там делать. Короче, будут с неба сферы падать. На сферах у нас демон и ханты. Если видит, что люди не успевают эти сферы поднимать назначенные, и РДД, которые стоят рядом, старайтесь их поднять, потому что она будет падать, разбиваться, будет АУЕ дамаг плюс откидывание рейда. То есть это минус. Все. Будет кастовать Талдорам. Это будет, значит, где-то будет образовываться вихрь, там, где будет толпа. То есть, когда он будет кастовать, надо будет миликом разбежаться, потому что у вас основная масса большая. И РДД тоже. В разные стороны рассыпаемся. Когда будет Валанар, ничего страшного, он будет пускать тоже там ауешную такую хуйню. Мы ее прохилим. Там ничего страшного нет. В Келесета никто не бьет, кто бьет ауе. Кто умеет точечно, тот бьет. Еще раз повторяю, кто не может, лучше нахуй отбегите. Касается варов, там, блядь, палов, ДК, которые АУЕ есть, которые будут подбегать в миле. Лучше не надо подбегать, пусть он РДД точечно бьет, чем вайпаться. Лучше убьем сразу. Че там, все у нас? Ты чек делал? Ну все, на пульте, пожалуйста, на Мишу не забудьте. Ему двоих тащить по отчету. Миша, от тебя чуть-чуть левее. Да-да, возьмешь туда, потанчишь. Вон, забирай на пол одного, другого на пол на него. По рейду, который побежал, товарищ. Забери, Миша, вон второй, бежит на тебя. Разбежались, вихрь будет. Заебись. Бьем. БРни, кот, есть БРы? Меня БРни потом. Сейчас. Если есть еще вара, пожалуйста, БРните. Который Эдис. Вот вам показали, что получается, если при вихре не разбегаться. На Талдораме Геру дадим. Разбежались, вихрь. Телесета только точечно бьют те, кто умеет. Понятно? Кому кто не умеет, не надо никуда бежать. Там танка шотнула на телесете. Ну, сверки забрал, да, кто-то да. У нас? Кто там? Да. Вон, я вижу. Ну, а как еще, блядь? На меня одна перехуярилась. А кто это был, Вильям? Есть, может, на Женьке две сферы. Может быть, у кого-то есть аддон, можно линкануть дамаг по сферам. Там, кроме меня, не должен кто бить их. Просто с командой миликом не подходить тихо. Туда вообще. Давайте пизду нахуй. Делаем три танка, и ничего страшного не будет. Так дело не в танке. Я тоже... Ты сделаешь три, я подойду, так же сферы заберу. Один уйдет с келесетом просто в жопу, и все. И не будет его просто никто бить. Будут стоять, ебланить нахуй. Не умеют, не надо вайпаться тут 900 раз, блядь. Так на так лох... же просто не подходили бы, и все. Тут не понимает народ, нахуй. Давайте, падайте. У кого есть масс-рез, кого резнуть? Теперь вы видите, насколько мы сильны. Сейчас Женька надо было еще после второго босса кикать. Женек, ты быстрее вот я было. Тебя не могу тебя понять. Вот ты вот где-то что-то не дыбаешь, ты почему нажимаешь плюс и молчишь? Ничего не пишешь, не говоришь. Если что-то непонятно, ты спрашивай. Зачем ты гадишь в рейде? Я понимаю, если бы ты не знал и спрашивал, интересовался, я бы тебе объяснил, я же вроде досконально объясняю. Уж конкретно тактику, как, блядь, по клипам я не рассказываю, уж, блядь,
до маразма доходить, но тебе индивидуально могу сказать. Что за бред, блядь? Нахуй вайпать 24 тела, блядь. Ну, может, он первый раз, тут другого объяснения я не знаю. Либо он дал. Если он бегал, честно, года 3 назад, там он в пули еще. Я все это понимаю. Ну ты переспроси, я же не рычу на тебя. Он тебя кикнуть уже полрейда хочет. Я же тебя не кикаю, иду на уступки. Почему ты молчишь? В чем проблема, блядь? Ну смотри, темные сферы нужны для того, чтобы снижать дамаг от тьмы по танку Келесета. Когда он не активный, он бьет по 10 тысяч. Когда активный, по 80. Если трех сферок нет, то по танку будет 80 тысяч ваншот лететь. Нет. Их нельзя бить. Их кто-то ударит, они сразу с танка уходят. Когда Волонар активный, могущественный вихрь, это в каждом игроке, всех 25 человек, в центре каждого создается вихрь. Если всем сбежаться, то будет ваншот. Чем больше людей вместе стоят, тем больше дамага получится. Урон физический. Поэтому надо разбегаться. Давайте на трай еще время есть по шмоту. Сейчас я поднимусь, рыбу поставлю. Ладно, Мишка нормально танчил двоих, так же продолжаешь. К Волона, к Келесету просто никто не побежит и все. Кушаем рыбу, фул рыба вдаем, время не тянем. Бля, не знаю, но всегда же было так. Не понял, переспроси. А если понял и недопонял, еще два раза переспроси, блядь. Нет, там у него не понял, он просто не знал. Так, ну а что стесняться-то, ты скажи. Ну так... Вроде не рычу ни на кого. Ну два раза накосячил и опять. Понятное дело, что человек первый раз сюда или давно не был. Тем более с голосом. Переспросил, уточнил, и все нормально. Давайте, давайте, бафаем. У меня уже два ночи, блядь. Есть. У меня только 9. Нет, плюс 4. Так, смотрите, тут они сразу агриться будут, так что на пол сразу на него. Мы не будем стоять, ебланить тут, пока они там. Чекни, пожалуйста, все готовы, нет там помощник. А, каски нет. А, каски есть. Не, сиди на сферах, от тебя тут не убудет, тут берсы нету, слышишь, Лок? Это сферы лучше, они больше наговнят, чем ты будешь просто дамажить босс. Чё там по чеку у нас? Ты хоть ник Вара напиши. Все, все готовы? Давай по отчету, погоди. Все, давай ведем. Аккуратно, сразу к вихрю. На пульте, пожалуйста, туда. А, вон, погнал по рейду, блядь. Разбежались. Если есть БР, приста, пожалуйста, БРните, у кого есть из друидов. Никто никуда не бежит к Келесету, никто, блядь. Готовимся, будет Гера, когда Талдарам будет активен. Вихри не попадайте, хули вон влетаете.
Геру дали. Там вихрь в центре появился, аккуратней. Все, сейчас аккуратнее смотрим за кастом вихря и разбегаемся. Ринджу и РДД уже могут набрать. Смотрим на будущее, милики, разбегаемся. Колбер откатила, можно при стабл. Разбежались, Все, стоим, ебланим, никто килисету не идет. Не умеете лучше и не надо соваться, блядь. Короче, у меня через минуту БР пройдет, и тебя пристрелы по дыму. У котов 40 секунд, когда еще. Кот пусть Элема подымет. Отведи, Мишка, смотри. Моя чаша прольется кровь. Да не, правильно же стоял, нормально было. Сейчас к вихрю опять. Ага, еще и там поджал. Все, смотрите, сейчас подкаст, не въебитесь. Разбежались, не вставай, не вставай, сейчас вихрь пройдет, встанешь. Приз. Да, блядь. Еще раз приста БРни, пожалуйста, кот. Сфера над этим. Долго. Дайте масс-баф, и килисету никто не бежит. Там хило, если мана нужна, не стесняйтесь. Тут, блядь, два кота у нас, Мишка есть на кране.
Никто не АФКшит, следи разролим лут. С Валанаром смотрите аккуратней. Разбежались милики, РДД РНЖу взяли. Одно радует. К победе один хуй идем. Долго, но упорно. Лучше так, чем вайпаться, блин. О, катушечка хорошая какая. Че, есть осколок, маг? Сейчас я шмот заберу, тебе ответственного дам. Сейчас идем захиливать. Ну дальше нам ничего не светит. Тут без обид, сами видите. Так, Макс, сейчас тебе дам. Соответственно, за добычу иди бери. Я на тебя звезду поставлю. Стойте, не бегите никуда. Давайте разролим шмот, пожалуйста. Ну это ханты. Надо ханты кому-нибудь. Рольте между собой. Да. Отходи, обмен кидай. Танки рольте. Спасибо. Давай, забирай, подходи, обмен кидай. Ну, давайте еще корабли разролим и дальше пойдем. Обмен, подходи, приз кидай. Погоди, а это кто, ШП что ли ролил? Это при... Это... хил. Это хил у нас, что у меня? Да. Это на хила тринька лок. А, вы локу объясняете, я понял. Запястье. Соточка. Подожди, так он из сотки ролит. Где? А, все правильно. Да, нормально. Гоню, извини. Подходи, забирай. Так, ну, эрдру я тут один. Я вот эту хуйню. Так вот. Ради прикола. И все, да. Дальше погнали захиливать, потом разрулим. Кто-то Вальку согрел. Красавчик какой-то. Анролить тут нехуй, так что. Ну вот, один древний саранит себе заберу, а другой разрулим. Вещи остальные все разрулим. Может, что свалит и выпадет. А так, в принципе, по шмоту тут нехуя нарулить. Ну, что там, старый, далеко ушли? Да, братан, мы идем к победе. Идем, да. Все же идем. И как там? Профпроф убить? Сейчас мы захилим сучку и нахуй. Пойдем за, скорее всего. Да, ну я только тебя и жду. Ты слышишь, короче, инс нашел интересный. Он закрытый, правда. Попасть сейчас нельзя туда. Кирилл, помолчи, пожалуйста, секунду. Танки, смотрите, сейчас будем этих лучниц ебаных разворачивайте, пожалуйста. Сейчас, секунду, не пульте, я это обновлю броню. Давай, их первый киляем. Так у нас минус 2, да, я так понял, скорее всего. Ничего, захилим, ничего страшного.
Лут с него убери. Да, я сейчас сделаю групповой. Ой, катушка красивая, блядь. Да у меня есть она. Давай мне еще. Окей. Да и жезл классненький выпал. Ну чё, чек у меня опять ебан. Ну я тоже релогнусь, пока он там обновляет. Может чек появится. Так, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, можно повыебываться, чек, нахуй. Давайте на ФК чек, ребят, долго. Last boss, нахуй, и спляжу. О, хорошо, хантут. У меня воп подвис, сейчас я перезайду, секундочку. Маг вижу, нахуй, с поля. Осколки больше никому не надо, да, если тут попадет? Никто их не видит. Но основная масса тут, танки. Сейчас ждем танка одного и погнали. Запускаем. Нет. Пожалуйста, не надо АФКшить, ребят. Давайте босса завалим. Поцелуемся, обнимемся, поулыбаемся, разойдемся. Че, Миша, как у тебя там дела? Ну, загрузка. Он писал что-то? Да, он говорит, у него что-то НС забагался, и это сейчас он типа. Био, можно отойти на минуту? Ну давай, иди. Пиздец, даже на кота заанролить нехуй. Что за лут? Я вообще в ахуе. Слушай, ДК, ну ты же справишься тут? А, хотя, блядь. Один нет. Да, один нет. Тут же с двух сторон, суки. Может, у кого-то есть танк хороший? Ну что, желательно, чтобы еще играть у него. Мы бы побили трэш. Ну, если есть, то спекнись. Мы побьем трэш. Чтоб не стояли, трэш побьем. Есть у кого-нибудь танк, ребят? А танк зайдет назад спек. Ну покажи шмот, давай посмотрим. Да все. На трэш это нормально, но давайте фул рыбав заодно прото раздать. Ну этот танк у него или че затанчит? Что, готов, может так греть пойдем? Да готов, я ему иннер закинул. Давай, погнали, запускаем. Лучниц отворачиваем, первых лучниц бьем. Ай, пока без нее, да, так заебись. Черебить. РДД, можете отойти чуть-чуть, там этот куипутал крутит. Просто смешно.
Если что, мобу полководцу можно давать стан. И вертушка тогда не будет. Тут паловка. Миллион. Да сука, я заебался, кашля. Вот другое дело. Вальку не сагрите, забегите уже можно сюда. Немножко зайдите сюда, но. Дайте масбаф. Точечный. Зайдите, зайдите, забегите, ребята. Отверни ее. Не надо кружок. Там стоять. К звезде уже можно подойти. Ну, кроме хантов. Аккуратней, чтоб Вальку не сяк. Выйдите, милики, выйдите, выйдите. Выбежали отсюда. Рога выбеги, рога выбеги. А выбежал, блин. Блядь. Лужи в этой синей не стойте, она убивает. РДБ добьет. Ой, я только сейчас очухался, я счет уже по роллу проебал, Виктор, сплакнул аж чуть-чуть. Ты что, за анроль? Не, я трени не анроль. Я трени роль. Да ничего страшного, я вижу, что минус ханк и минус танк. Мы этим составом захилим, ничего страшного. Вы еще комендатор не знаете, как он хилит. Будет лужа, милики, выйдите сразу. Сейчас появится. Отбегайте. Ну все, успеете добить уже. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Так, давайте по чуть-чуть тут. Этого хуепутала возьми сразу, и который вихрь, и отведи его вправо. Пап. Угу. А ДК потом вытянет сучку одну, заберет у тебя. Все. РДД влево, милики вправо.
в ДД переключились в вихрь, в эту, в мудилу, в полковника. Вот если на вертушку стан даете, то можете мильки тоже бить. Там, кстати, попал. Отбегать можно, как на Зоуджине. Палов много, дайте стан ему. Та же самая способность у Зоуджина на первой фазе. Этот, как тебя там, Пал? Женек, ты слышишь меня? Да, слышу. Минус 20 тебе к роллу. Вот такое твое наказание. К одной шмотке. Я понял. Я считаю, заслуженно. Еще раз спрашивать будешь. Да уже, наверное, научился. Давайте заходим сюда, сейчас она вроде по-правильному работает. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Я подержу твой трэш, держи, если прибежит. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите королю Личу. Погодите, что вы делаете-то? Не бейте, надо ее проткнуть сначала. Она кому кинула, нет? Вовсе. Не, она изначально щитом была, она изначально щитом была. Мандавошка, блядь. В кого прилетела, протыкай ее. Не бейте, я говорю, блядь, ее. Кому в сумку упала? Вроде прикинули уже. Все, бейте, бейте. Все, вижу, не дави на меня. Не бейте в щит, еще раз говорю, не на стоп. Все, проткнули, бейте. Стоп, дамаг. Кинули, проткнули. Сейчас щит спадет, тогда бейте. Тихо, ребят, щит. Так, в шаму прилетел. Шама, кидай. Все, бьем. Все, папа, оставайся в танке сейчас. Еще одного босса кильнем. Я раскидаю сейчас. Да благословит вас свет. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Минутку отойду. Я ставлю рыбку. Фулл рыбаф, ребят. Объясни тактику на валькире сразу. Объясню сейчас. Погоди. Так. Рэл, подожди секунду, я тебя перебью, пока ты не начал. Я слетаю, пока за стрелами меня суманете потом. Давай. 5000 не хватило. Комедиант, ты тут? Да. У одного справишься, не надо тебе никого. Блять, не знаю. Лучше помочь. Давай, Шама, ты тут, Иршам? Да. Вдвоем, знаете, да, как заходите? Я ни разу не летал, но видел. Там залетаешь и бей по часовой стрелке вместе, просто с тобой летаем. Сейчас я объясню. Смотри. Я видел на ютубе. Смотри, я тебе сейчас расскажу. Появляются такие зеленые порталы, ты туда запрыгиваешь, видишь, где пал. К нему прям, ты вообще не можешь просто ничего не делать, а летать стараться в его фрейме. Он сам будет по сверкам бегать и разбивать их. За каждого получаете стак. Этот потом на рейд тебе хилить, переключаться ни в коем случае нельзя, у тебя стаки спадут. И проебать порты тебе нельзя, иначе у тебя опять же стаки спадут. Стаки увеличивают прирост хила твоего.
Понял? Я знаю все это. И увеличивает агро, соответственно, от хила, которая... То есть это уже для ДД, когда я буду рассказывать тактику. Летаете оба, набираете стаков 50, говорите, надо Геру, и сам ее даешь. Понял, да? 58, 50, там, 50 для двоих, мне кажется, достаточно будет. Ну, хэпал, соответственно, частицу на рейд и на эту, на валитру и хилит рейд. Ну, ты знаешь, короче. Так, смотрите. Да, ты прото раскидай, Женек, раскидай касочки всем, а комедиан пусть кулаки с монорегами раскидывает. Первая, да, у нас? Первая группа у нас лево, все слева уничтожает. Вторая группа, все справа. Во вторую группу... Смотрите, пожалуйста. Поставь шкаф. Во вторую группу входит танк, который ДК у нас. Туда же, вправо у нас Элим уходит. И кот, который у нас... Вувамбо. Ты, короче, вправо. Второй кот влево уходит. И... Получается ШП влево. Но смотрите, РДД, я вас распределил лево-право, но вы все равно, вы стоите по центру и помогаете там и там, понятно, да? Соответственно, с какой стороны будет жопа, значит подключаются еще и милики. Теперь погнали по приоритетам. Будут бежать подавители, их в первую очередь убивая. Во вторую очередь убивая, точнее в первую очередь огненного, во вторую подавители. Бежит подавитель, выходит огненный, сливаем огненного, потом подавители, понятно, да? Выбегает лед. Лед бьем. Здесь будут метки появляться на полу. В них не стоим. В порталы, кроме хилов, никто не прыгает. Все просто бьют мобов. Тут будет бегать жирное мясо такое. После его убийства, там на 100к, там на 50, начинайте под него кидать АУЕ. ДК лучше лужу сразу кидайте. Чтобы никакой червь, который после его будет, не убежал и не сбил нам... стаки нашим хилам, которые у нас будут захиливать. Сразу же остается 50к. Точечники добьют, вы сразу можете начинать ауешить. Ни одного червя не проебите. Также будет здесь бегать такая, не помню, гниль, короче. Он взрывается. Остается мало хп у него, милики, отбегайте. Он будет взрываться. Все. И все в этом же порядке. Огненный, подавители, лед. Жирный, гнилой. Все. Вот вся наша работа. Просто выжить и убивать быстро. Ждем, пока хилы захилят. Вся тактика. Чек на бафы, на готовность, на полное понимание. Кто не понял, жду вопросы. Мне просто трэш слева танчит, да? Да. Этот огненного можно станить. Это даже будет лучше. Хан, что с тобой не так? Чего не хватает? Да, хотел только спросить, от меня что-нибудь требуется сверхъестественное? Ничего, только под жирного кидаешь АУЕ, напуливаешь мобов на этих, на танков и пиздишь мобов. Все. А жирный так тоже? Увидишь мясо такое большое. Большое такое будет. Вот он, когда умирает, появляются черви. Эти черви будут лететь, соответственно, на того, кто будет рвать агро. Хилы, кто будет хилить, у них будет бешеный агро. Просто пиздец. На них все будут бежать. Этого нельзя допустить. Лучше ДД сразу. Вот любое тело, которое бежит, на, получается, на хила, который захиливает, сразу ДД, особенно вары, можете к ним прям подбегать и сразу долбить их. Не давайте, чтобы они стаки проебали. Еще раз чекую и погнали. И перед смертью жирного, короче, надо на пол дать, да, на этих червей? Да. Масуху прям. Угу. Ну все, по отчету. Вот этих уебанных заливаем сразу. Ну все, два приста и я на рейде сидел. О, кто-то взлетел. Говорю ж, под ноги смотрите. Подавители слева.
Справа вот жирный, видели? АУЕ под него. Лед слева. Льду косты бейте. Огненный справа. Убили огненного. Стан ему дать. Огненного сначала задолбили, все, теперь жирного задолбили, смотрите, гниль идет, гниль взрывается. Слева лед. Шама разобрался в порталах. Да. Все, давайте, хлопцы. Как 50 плюс стаков будете, геру под себя даете, только не перед уходом в порт. Потому что порт проебете, стаки проебете. Под жирного сразу АУЕ больше. Слева же этот идет гнилой. Давай в другую сторону. Смотрите, на любой стороне нас мало народу, все равно помогайте. Жирный слева идет, лови там. Отводи его сюда в центр, потому что все эти ДДФ-подавители слева влились, а жирного он пока потанчит. После подавителей сразу перешли на жир. Гнилой тоже он идет слева. Все на танка, на агрева. Право, если освободились, помогаем РДД. Слева огонь, ДКшники, вытягиваем его в центр, станем и убиваем. В огня быстрее все станы. АУЕ готовьте под жирного. Справа жир. Подавители идут. На подавители переключились, потом жира добьете. После подавителей лед убейте. Же потом жира. Справа. Череп слева. Станы раздали, убили быстро огнем. Все, молодцы. Льем под жирного, сразу дайте этот. Я трапу дам. Смотрите, два льда слева идет. Стаков сколько хилы? 35. Жир слева на хила бежит, быстрее переагривайте его. Подавители сначала убейте, идут подавители. Все в подавители сначала влились, потом добиваем оставшийся трэш. Череп влились, все в череп, стан ему дали. Гнилого на пульте, пожалуйста, напало. Помогите подавителям, блядь. Все, заливаем остальных. Лед слева, ловите. Жир сразу. Вон слева кипиш, вообще помогайте. Жир справа. Молодцы, молодцы, так же. Подавитель. Подавители переключились с обоих сторон. Остальных потом. Давай, блин. Давай, Геру.
Меня уебали, суки! Прыгаем, нет, портал. Да. Ты хил. Главное, не проеби стаки, ты шама. Я спросил, прыгаем, нет, блять. Да-да-да, тебе же ответили. Потом сказали, ты хил, блять. Сейчас, у меня штель. Сейчас все будет нормально. Ну давайте, а то у нас уже жопа тут чуть-чуть. Огненный справа, стан раздайте. Вы найдете спасение, герой. А еще дохуя хил. Давай, не сдаемся. Бля, контроль для кого кидаешь? Ты его Женек сбивал, что ли? Смотрите, Женек в законе. Алло, я его уже добью, контроль. Бля, вообще Колик должен в одно ебало уже отхилить ее, по идее. Под 75 стаков, да. Че у меня хиль? Хиль, конечно. Бля, дайте стан. Че, огненному стан. Его в первую очередь, ребят. Меня убили на. Давайте БР поднимайте его. Поднимайте, чуть-чуть осталось. Давай, что ли? Подавите или хуй? Подавите или блять. Они же снижают этот хил по боссу. Бейте ебаных подавителей. Снижаю, что? Почему приоритет, я и говорил. Давай, осталось чуть-чуть, правда, в принципе-то. Бэрните Колика. Колика бэрните мне. И мобов сливаем. Давай, шаман, должен захилить пацан. Давай, не сдаемся, нам осталось-то, блядь, чуть-чуть отхилить-то нахуй. Да, блядь, сейчас если не убили, я бы сейчас отхилил. Подавители, будет. Все, тишина, в подавители перешли все. После подавителя лед, жир на танке пусть висит. Подавители справа. А сам хилит вообще ее или нет? Я не, пока не могу, я... Ну, у нее хп не увеличивается просто. Руки просто, блядь, в разные стороны, на рейдинг. Все, давай, забивай. Лед справа. И заберите. Слева жир идет. Гниль. Огненный справа, в огненного все переключились. Блять. Кресты, помогайте там хилить эту курицу тоже, блядь. Давай, бьем, держимся. Меня ёбнули, захиливайте уже, блядь. Всё, мёртво. На Вали 3 первый раз вайпнулся, по-моему, в этом году. Да хули, как им должен захиливать? Ты Холика так хвалил, а он что-то, не знаю. Зачем, Холи Пал, зачем ты набираешь 75 стаков? Ну, типа, у тебя это много стаков, тебя огромно не удерживает. Мне больше понравилось, когда он в портал, блядь, прыгнул, возле которого я стоял, нахуй. Давайте падаем, сейчас убьем. Так отбеги в другой портал. Так я возле него, блядь, изначально стоял, ты просто подбежал и хуйнул в него.